далекой стране находится долина мумитролей. Прекрасное место. Я не люблю зиму. Полное тайн и чудес. А? Это что, волки? Я чувствую приближение зимы. Мы должны поторопиться, чтобы подготовиться к сильным холодам. Доброй ночи, любимые. Все готово для нашей долгой зимовки. Сладких снов. Привет, привет! Подъем, подъем! Вы же не можете проспать всю зиму! Все успокойтесь, успокойтесь! О боже, что это может быть? Мама, кто-то за дверью. Какое-то Рождество. О, в мире много замечательных, удивительных вещей, которые ждут тех, кто к ним не готов. Это подарки? О, как волнительно! Но откуда? Я выясню, что такое это Рождество. Я разгадывала загадки и посложнее. Отправьтесь вместе с Мумитролем в рождественское приключение. Приветствую вас, мои друзья! Ух, мне кажется, есть книга, которая подскажет мне, как выглядит рождественская елка и где ее найти. Что бы могло порадовать Рождество? Интересно, а как оно выглядит? Как красивый морской конек. И какой подарок тебе бы хотелось получить? Солнце ушло. И зима такая странная и непредсказуемая. Больше всего на свете я хочу снова увидеть солнце. В котором они узнают о зиме. Это поможет вернуть солнце. Елка должна быть украшена красивыми предметами, а не одета в одежду. О, правда? По мотивам знаменитых сказок Тувы Янсен, Мумитроли – волшебная зима. Ты уверен, что солнце вернется, Тутики? Вместе с малышкой Мю, Тутики и всеми их друзьями... А что, если я им не понравлюсь? По крайней мере, надо попробовать. Узнайте, что такое дружба, и встретьте Рождество. Сорио, я иду! Тутики, ты знала, что оно не придет? Кто? Рождество. Мумитроли и зимняя сказка. Кино с 15 февраля.